«Дворец удовольствия, Джо», — говорит Вита. «Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила». «Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо, и откуда ты звонишь?» «Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы?» «Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь». «Хорошо, Вита. Удачи, бамбино мио». «Ладно, пока, мама». Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Reach your destination, but alas, and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situation from the front to the back. The only job that's open needs a man with a...
мной тянешь? Чё надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. А? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли. Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь — получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего — получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Ну, ты все? Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь. Тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбаро. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы, все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь гребаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Может, его дома нет? Было бы обидно.
это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать. Понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да уж, это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай.